Прокуратура назвала виновных в отравлении паленой водкой жителей Кандинского района. Подошло к логическому завершению расследование громкого дела о массовом отравлении суррогатом. Прокуратура Югры утвердила обвинительное заключение в отношении 4 человек, владельца магазина и продавцов. Напомним, в январе после употребления водки «Царская охота» и «Родники Сибири» умерли 9 человек, еще 7 попали в больницу. Жидкость содержала в себе значительное количество метанола. Расследование привело к поставщику товара, это житель Тюмени. В период, когда синие мундиры собирали доказательную базу, он умер. По этой причине фамилия мужчины в списке обвиняемых не фигурирует. Владелец продуктового магазина, решив сбывать контрафактный алкоголь, вступил в преступный сговор с продавцами своего магазина и жителем города Тюмени, который занимался незаконным сбытом алкогольной продукции. В дальнейшем, получив от него алкогольную продукцию, содержащую в себе значительное количество метанола, осуществлял ее реализацию в своем магазине. После употребления приобретенного алкоголя от отравления скончались 9 жителей поселка Кандинское.